полномочий в государственных органах, органах местного управления на срок 2 года. На основании частей 3 и 4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности 13 преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и одного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения наказаний назначить Лескину Алексею Ивановичу 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанной